В Китае представлен кроссовер Cherry Tiggo 9, который займет место флагмана, сместив таким образом представителей 8-й серии на ступеньку вниз. Вполне логично, что новинка оказалась крупнее, технологичнее и дороже восьмерки. Из любопытного отметим совершенно новый дизайнерский стиль, формы кузовных выштамповок, а также затейливо оформленную линию остекления, выполненную единым контуром. Нечто подобное реализовано на последнем Range Rover. И, конечно, учитывая флагманский статус модели, она примерила выдвижные ручки дверей, матричные фары и 20-дюймовые колеса. В числе опций заявлены адаптивная подвеска и автопилот второго уровня, то есть адаптивный круиз-контроль. Разглядывая салон, невольно отмечаешь схожесть с современными «Мерседесами». Например, за переключение режимов трансмиссии вместо привычного селектора отвечает правый подрулевой рычажок. Впрочем, такие совпадения следует считать случайными. Все кнопки выполнены сенсорными, а управление двухзонным климат-контролем осуществляется через центральный тачскрин. Как многие другие китайские премиалы, 9-й Tiggo готов предложить переднему пассажиру выдвижную подставку для ног. Продолжают список аудиосистема Sony, панорамная крыша и другие приятные излишества. Единственный доступный пока двигатель — это 2-литровый турбомотор, что выдает около 260 сил. Вместо обещанного ранее автомата iSyn здесь установлен 7-ступенчатый преселективный робот. Привод может быть передним или полным. Впереди модель ждет расширение гаммы, в частности, уже обещаны гибридные исполнения. Между тем, у российских дилеров марки Cherry появилась страховая программа под названием «Суперкаска». Она подразумевает фиксированную стоимость на страхование новых автомобилей флагманской 8-й серии. Это Tiggo 8, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Комплект «Суперкаска» защитит владельцев кроссоверов Cherry от 19 рисков, включая ущерб, угон и гибель автомобиля. Притом цена полиса не зависит от возраста, водительского стажа, региона регистрации и характера использования машины. Для оформления полиса требуется всего лишь свидетельство о регистрации транспортного средства, а также паспорт владельца. Список допущенных к управлению автомобилем не ограничен. Кроме того, в «Суперкаска» предусмотрена система франшиз, размер которых зависит от характеристик страхового случая и страхователя. А еще страховой полис можно приобрести в беспроцентную рассрочку.